Всем привет, друзья! Я все думал, чем же я хочу поделиться с публикой, как это сделать интересно, чтобы люди смотрели, ну и была какая-то отдача. Не знаю, у меня вот сейчас в голову идут мысли, очень много появляется каких-то идей креативных. Единственное, что, блядь, я распиздяй, и мне... То есть я могу, допустим, не домонтировать ролик, раз его залить, и там, не проверить звук, залить. Потом мне там уже пишут иногда в комментариях, что типа, вот отстает звук или еще что-то. То есть это такой легкий, короче. Не люблю заморачиваться вообще. Не люблю заморачиваться. Но нужно, потому что от этого зависит. Ну и как бы подход к делу другой. Ну и отдача получается намного выше. Также я не обрезаю, там вот когда идет ролик, если нет прям таких жутких речевых ошибок, особо не обрезаю. Такой легкий монтаж, там 5 минут раз наклеил, и уже быстро начал делать, потому что скилл накачался. Да, или даже не меняя план, крупность там. Хотя, мне кажется, так будет посвежее и поинтереснее. Вот сейчас здорово начал курить, типа, блядь, а бросить вот хуйня вообще. Бросить тяжело, начать легко, а бросить тяжело, и это отвратительное дерьмо, наверное, никогда не курить сигареты. Это ужасная вещь. Бросил вот на 7 месяцев, потом здорово ногу закурил там с подружкой. Грустил. Я ж кудесник. В общем, закурил, что-то постоянно хочется курить, а сейчас сегодня я такой, понял, в пизду, хватит, короче, заебало. И больше не хочу. За окном прекрасная погода, но выходить нельзя. Это, знаете, типа запретный плод сладок, когда прекрасная погода, а выходить нельзя, потому что карантин в стране. Ну, пиздец, опасно, короче. Ну, и опасно, штрафы. И так для деньги. Закреп жестко вообще. Приходится снимать видосы и говорить какую-то хинею на камеру. Но мне кажется, выходит прикольно, здорово. Хотя бы будет посмотреть, что вспомнить. Это весело. Это весело. Домонтировал пару. Сегодня, кстати, очень много роликов сделал. Сейчас, наверное, буду читать стихи. Да, буду читать стихи какие-то. Но я вот прям замечаю, знаете, развитие, что ты вот делаешь один ролик, да, потом делаешь второй, и ты сразу развиваешься. То есть у тебя каждый ролик все лучше и лучше. А на самом деле, ну, так не во всем деле, а вот в этом, да, творчестве. Ты прям лучше, лучше. Это причем я еще легкий такой, не заебистый, что типа вот мне надо сделать так, так, такие склейки, такие фишки. Если бы еще так заморачиваться, то вообще можно делать так идеально, просто пушка. Ай-яй-яй. А я такой, типа, хуяк-хуяк склеил, блядь, говна кусок раз бросил, типа нормально. Ну, чтобы не совсем отвратительно было. Раньше я вообще не обрабатывал видос. Да мне компания была. Сейчас вот. Заморочился. Тоже думаю, типа, у меня есть формат подкастов, но что-то у меня пиздеть не хватает сил, столько времени. Может, это просто от настроения, да, от темы. Самое важное, в принципе, это темы, тема, о чем говорить. Бывает, у тебя есть какая-то мысль, но ты не сможешь там эту мысль растянуть на 3-4 минуты, потому что я же не писатель-фантаст, чтобы растягивать там какую-то, ну, кусочек, ну, фразочку, да, типа, растягивать, ну, вот так вот рассуждает, да, о том, об этом. И так вот, видите, вы смотрите, и уже получается, что такая тема. Не знаю, жду, когда закончится карантин, будет движение. Я все хотел камеру, типа, себе купить вторую. Ну, как вторую, основную, чтобы, блядь, с этими аккумуляторами не ебаться, как сейчас приходится. Но с карантином не вышло. Но у меня потом рано или поздно будет в итоге две. Я поставлю одно, наверное, на передний план, одно вот так, как сейчас стоит. Будет прикольно.
Будет прикольно, опять это надо с двумя камерами заморачиваться в монтаже. А самое важное тогда будет не в монтаже дело, а дело в теме, да? О чем? Бля, ленивый, сука, вот я не люблю в себе такую вещь, что лень. Потому что можно, вот, допустим, было и учиться сейчас играть на гитаре. Я, блядь, хуй забил. Ну вот хоть блог пишу, потому что на блог это не... Ну это интересно, прикольно. Душа поет лучше. Душе легче. Пишу блог, душе легче. Ладно, уже беседа ни о чем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, может, накидывайте какие-то темы. Если там кто хочет посниматься у меня, можете писать в Инстаграм, я посмотрю, если что-то нормальное, есть у меня идея, или у вас есть какая-то крутая идея, поснимаю, пофоткаю. Ну, опять же, после карантина. Ладно, всем успехов. Не болейте, короче, старички. Пока.